Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, я смотрю, меня до лиги самураев 2 звезды сбросили. А может быть даже и на 1 звезду. Нет, на 2 звездочках. Так, сегодня, друзья мои, у нас что, четверг? Я уже, если честно, и не помню. Сейчас посмотрим. Да, сегодня четверг. Ой. Вот теперь нужно нам... Блин, вот понедельник. Все было замечательно. Все, мы с тобой шли великолепно, да? Во вторник у меня работа, в среду работа. Сегодня четверг. Лига самураев 2 звезды. И практически все заново нужно проходить. Нельзя задерживаться, ребят, в этой игре. То есть немножко задержался, все, тебя сбросили. Теперь вот вопрос. Успею ли я пройти это все? Так, слушай, нам понижение сделали и атаки, и защиты. Слушай, нам повезло. Нам повезло, мы с тобой пройдем здесь. Несмотря на жестокий дебаф на самом деле. Так, ладно. Первая каточка у нас пройдена. Нам нужно вернуться, блин, я не знаю. В Лигу Сёгунов 3 звезды вряд ли получится, потому что, ну, слишком большой отрыв. А потом опять, ребята, ночные смены и тому подобное. Опять некогда будет играть. Блин, не дадут нормально нам набрать кубки. Точнее, не кубки, а осколки платиновые. Так, ну-ка, Донни, отдохни маленечко. Конечно, отдохнул. Так, блокировка сразу на лечение делаем. Так, тут, наверное, Ванька все-таки будет противнее всех. Поэтому мы его уберем отсюда. Потом уберем с тобой Бибопа, вот этого танцора. Плюс торнадо от Рафаэля. Ты посмотри, а Донателло выжил. Ушатай его. Прекрасно. Просто, ребят, прекрасно. Он получил свое. Ну, а мы дальше двигаемся. Ну, да. Самурай 3 звездочки, друзья мои. 87-я позиция. Так радуюсь, как будто это какой-то у меня рекорд тут вышел. Всего лишь самурай 3 звезды. Так, 14-18. То есть выше мне давать не хотят. 42-й ранг у противника. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, я с ними здесь потанцую немножко. Еще раз говорю, ребят, нам надо сегодня в сёгуны, ну, 2 звездочки, ну это прям вот было бы вообще идеально. Естественно, будет сейчас тяжело. Это четверг, это уже конец недели. Все позиции уже заняты. Блин, что происходит, а? Вообще, так вот, ребята, еще раз говорю. Мы берем персонажей, ну, грубо говоря, на 10 уровней выше, чем враг. И существенного урона мы им не наносим. То есть нам приходится бомбить по 3-2 персонажа, чтобы хоть кого-то наказать. В другом случае никак не получается. Или через дебаф, чтобы у них было, ребята, какое-то там, не знаю, повышение, ой, понижение защиты, понижение атаки. Только в этом случае у нас получится. На равных фиг ты их вытянешь. Разнесут челюсть только шорох. Оу, 15-19, что-то я прозевал этот момент, друзья. Значит, есть все-таки здесь. И сейчас фиг дадут. Ребята, они сейчас фиг дадут мне. Нет, дали. Так, ну что, я возьму тогда high level. Это будет у нас Донателло. Раз, два, три, четыре. Просто сейчас одну плюшку запустит, и все здесь отдуплятся. Давай, Донни, жги своей суператакой. Упс. Оказалось, нет. Оказалось, ребята, одной плюшки недостаточно. По крайней мере, некоторым бойцам этого не хватило, чтобы упасть. Так что, Донни, ты тоже как бы не особо супермаг. Ну что, 46... Вообще медленно ползем. Ну, как черепахи, ребят, ну... Давай 15-19. Что ты мне все 14-18 втюхиваешь-то? 15-19. Так, я возьму Рафаэля, возьму Майки... Нет, кожеголовый. Зека возьмем с тобой и...
Саблезуба плюс Эйприл. Ну, вот такой командой. Сегодня, блин, хотел стрим провести, друзья мои. Угу. Так как я проснулся, блин, в 5 часов вечера, нам только стримить, ё-моё. Хотя, может быть, под вечер что-нибудь да придумаем. Не знаю, по какой игре. Можно РДГ поиграть, ребят. Там обновление вышло, кстати. Ну, я имею в виду про гномов, которые у нас воюют против роев. Ну, Дипрок. Давай так скажем, чтобы всем было понятно. Можно в Дипрок поиграть. Хотя, на самом деле, я бы поиграл бы лучше бы в Бравл Старс или... Или во что? Или в Клэш Рояль. Вчера... После работы, поиграв в Clash Royale, немножко поднялся на позицию, с которой меня давным-давно сбросили. Но все равно жесткий противник. Я, кстати, вот заметил, ночью почему-то, ребята, попроще мне играть. Ночью именно. Днем как-то уж больно лютует народ. И там профи собираются все. А ночью они, наверное, спят, поэтому мне какие-то нубасики достаются. Но вчера неплохо так 6 каточек на прорывчик сделал. Да и в Бравл Старс тоже неплохо поиграл. Пару персонажей себе качнул на левел-ап. Даже на несколько левелапов. Но я пока, ребят, там играю в одну. Это сбор кристаллов. Больше мне пока... моих нервов ни на что не хватает. Берегу себя как могу. Да. Есть. Блин, ну почему ты Баксер не добил Донни? Вот заметьте, ребята, Донни все время выживает. Вот это. Я уже неоднократно это замечаю и неоднократно это говорю. Вот. Ну что, наконец-то Лига Сёгунов у нас, друзья мои. Лига Сёгунов пока еще одна звездочка. Персонажа вроде бы есть. Можно будет... Так, вот смотри, 15-19. Мы с тобой перешли на новый ранг. Они опять мне втюхивают балалайку, блин. Дай мне уже, как говорится, 15-20. Или что там, 16-20 должно быть. Нет, 14-18, 15-19. Тебе, Рэй, этого будет достаточно. Так они думают. Сосранцы, а. Ну, я тогда хотел психануть. Ладно, возьмем Рафаэля. Кстати, сегодня, ребят, мы его, наверное, на соточку вкачаем. Наконец-то, наконец-то. И будем переходить к следующему персонажу, который требуется в прокачке у нас. Давай сразу с массовой атаки начнем. Отлично, отлично, Рафик. Молодец, у тебя хорошо получилось. Ну что ж тогда, бежим дальше. И это у нас 66-я позиция. Так, если я возьму... Блин, вы будете обновлять мне, а? Вот 15-20, друзья, 15-20. Значит так, возьму Супер Шреддера. И раз, два, три, четыре. Сейчас опять, наверное, запоет. Вот, Рэй, ты берешь больших персонажей, с одной катки их уничтожаешь, неинтересно смотреть. А ты думаешь, мне интересно вот это вот смотреть одно и то же, которое я прохожу из года в год? А тем более, когда на равных, и когда получаешь дюделей, и когда задерживается прогресс. Ты думаешь, мне это интересно? Нет. Поэтому я всяческими способами, ребята, хочу как можно быстрее продвинуться. А уж каким вариантом, я думаю, что это не важно. Хоть я возьму всех хайв и накачу им. Что я возьму одного хая, накачу им. В общем, результат должен быть один. Постоянное продвижение. Постоянное. Нельзя здесь зацикливаться. Я понимаю, я, конечно, хотелось бы посмотреть, как я буду здесь мучиться, страдать. Но, тем не менее. Друзья мои, а что вот это вот дает составы от подписчиков? В чем смысл вот этого состава? Вы будете писать мне свои составы, я буду их ставить и тестировать, или в чем суть вот этих составов? Объясните мне, пожалуйста. Или вы думаете, что вы дадите мне супер состав, который будет просто непобедим? В чем, как говорится, соль этого челленджа? Так, ну здесь Кунаичи, я думаю, сейчас всех зажарит их своим электрошоком.
просто не дала шанса никому. Просто вот чпок и все, ребята. И они все отдыхают. Да, Куныч, конечно, сильна. Тут не поспоришь. Кстати, Сёгун 2 звезды у нас, ребята, наклевывается. Я думаю, что после этого поединка. А, так, 15-20. Да что ты, блин, ну куда... 15-20 там было, ё-моё, во, есть. Так, Армагуна я пока трогать не буду. Я, наверное, возьму здесь Рафаэля и Ваньку. Раз, два, три. Да и, в принципе... Да тут можно уже и никого не брать из высоких. То есть можно с самого хвоста идти. Там у нас... И... Как ее звать-то? Карайка будет. Там еще у нас кто-то наклевывается. И тем более они 70 уровня. То есть мы их сами можем распетрушить. Да, друзья мои, Лига Сёгунов 2 звезды в кармане. Ну, до трех вряд ли мы, конечно, доползем. Можем попробовать, но вариантов, мне кажется, ноль. Вот, друзья мои, я специально вот жду 16-21. Дадут они мне или нет? Нифига. То есть такое ощущение, что здесь уже переход на следующий ранг ровным счетом никакого преимущества тебе не дает. Не, не хотят они мне. Впаривают какую-то дичь. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. 70 уровень против 54-х. Надеюсь, что мы сможем их здесь без потерь завалить. Так, первая начинает Карайка у нас своей массовой атакой. А потом Паукус тоже с массовой атакой, ребята. Так, минус один. Змейка Вин добивает, наверное. Да. У всех были, ребята, массовые атаки. Кроме нейтрализатора. Хотя, подожди, у нейтрализатора тоже есть. У него же гранатомет. Так что все нормально. У всех были массовые атаки. Вы издеваетесь. Ну дайте мне 16-21. Ну че, вот. Далее. Выпросил, выклинчил, ё-моё. Выплакал. Блин, надо вот, ребята просят прокачать следующим крысиного короля. Ну, после, я имею в виду Рафаэля оригинала. Типа его докачать до сотки. Но также у нас было приложение, насколько помню, прокачать Криса Брэдфорда. Но, как по мне, ребята, крысиный король все-таки имеет преимущество перед Крисом Брэдфордом. Во-первых, у него массовая атака. Да и вообще у него атаки такие веселые, забористые. Да и сам по себе он, наверное, будет мощным. Так что, я думаю, наверное, крысиный король все-таки в этой схватке выиграет. Так, 16-21. У нас остается, ребят, тут совсем крохи. Раз, два, три, четыре, пять. То есть... Так, подожди. Раз... А что это? Почему я так-то сделал? Нам надо здесь вот заменить. Но в любом случае там остается... Еще поединок, да. Так, ну что, Лапекс первая бомбит. Джагу-джагу свою делает. Тюх. Ну, двоечку все-таки подбила. Ну и Макману, конечно же, ничего не остается, как просто их, ребята, уничтожить, добить. Ну, было бы, конечно, ребята, круто, если бы перешли бы на три звездочки, но нет. Вечером, да, вечером, скорее всего, если я еще поиграю, я, наверное, перейду всего на три звезды. А там, как говорится, и до мастера рукой подать. А где до мастера рукой подать, там и до трех звезд мастера тоже. Ну что же, раз, два, три, четыре, пять. Идеально-то как сложилось. Ну, Крис Брэдфорд у нас, друзья мои, будет просто сидеть неотыгранным. Хотя можно было бы его заменить на маузеров и маузерами сыграть. Ну, ты же видел, одна ступенька, ребят, ничего не решает здесь. Абсолютно ничего не решает. То есть ты продвинешься просто на одну ступеньку. От нее ни холодно, ни жарко. Так что пускай он просто сидит там. Как говорится, дисквалифицирован. Ну что, прекрасно, ребят. Где-то позиция 20-я, наверное, будет у нас. 23-я. Вот, идем в магазин. Открываем с тобой бесплатно пак. Так, у нас тут Ванюша. Жалко, сегодня не пятница. Так бы мы с тобой еще бы ежедневки попроходили. А на ежедневку у нас эксперт Армагеддон. И негодники будут. Так, давай пойдем по заданиям. Так, ну что, серия испытаний, друзья мои,
мы с вами уже, ну, приближаемся ко второму кругу. Приближаемся ко второму кругу. Так, мне нужен лекарь. Хочу всех одним, как говорится, движением руки захилять на дальнейшее. Ксивер Монтус такой стоит в окружении этих роботов. Крутыш такой, да, типа его охрана тут, все дела. Она ему не поможет. Перемолим, как говорится, всех. Я, наверное, пока не буду, ребята, хил врубать, потому что здесь всего лишь один Армагон у нас пострадал. Ради одного я не хочу врубать. Сейчас получим немножко звезделей, и можно будет, ребята, хильнуть. Давай, ракеты. Ага. Мы задебафили их всех на понижение атаки, ребят. А смотри, как они справились. Я только хильнул, начинается, ребята, отнимание хп, блин. Ну, какого фига? Спрашивается, нафига ты хилялся, да? Так, и добивка. А, блин, все равно получилось как-то вот у Ваньки немножко отнято, и у Донателло. Ладно. Так, здесь мы прошли. Так, вот теперь, самое такое, ребят. Мне надо глянуть, я, да потом, прокачивал ли я Рафаэля по скиллам на 100%? Сейчас, подожди. Нет, нам не хватает, ага, 8 наушников нам не хватает, ребят, чтобы, как говорится, на 6 этих, так, одни есть. Ой, подожди, не то. Одни наушники мы нашли. Сейчас опять будут зеленые колбы меня кормить. Ну, конечно же. Чем еще? Так, вторые. Третьи. Четвертые. А точно 8 наушников? Не меньше? Так, подожди секунду, дай гляну. Так, еще 3. Ну, господи, ну дайте мне... Специально это начинается. Вот эта вот зеленая колба. Да нафиг она мне нужна, эта ваша зеленая колба, блин. Один, два и последний. Сейчас, как всегда, начнут. До последнего, ребят, не давать мне наушники. Есть, все. Все, ребят. До шестой ступени. Я уже подумал, не хватит, хватит у нас все. До шестой ступени прокачиваем, ребята. И, соответственно, здесь тоже максимальный уровень. Все, ребят, с Рафаэлем заканчиваем. Это уже будет все потом, ребят, на 7 ступени прокачиваться в начале всех остальных. Так, ну что, где у нас крысиный король? Мне хотелось бы на него глянуть. Как у него там обстоят дела? У нас у лисицы все прокачано. Да, на 6 ступень все вкачано, все отлично. Так. Подожди-ка секунду. А где у нас... Вот он, вот, ребята, крысиный король. У него навыки, ребята, вкачаны все на 6 уровень. А вот левел, как ты видишь, страдает. Поэтому я предлагаю именно крысиного короля поднимать по уровню. А вот кого прокачивать по скиллам, давай определимся. Кто у нас из свеженьких перешел? Карайка, по-моему, да? Нет, у Карайки все вкачано. Так, подожди. Кого мы с тобой недавно переводили в платину, в ранг? Донателло Видение. Так у него, по-моему, тоже уже давно-давно... Вот! Вот, друзья мои. Донателло Видение у нас в платиновом ранге. И, как мы видим, у него вообще ничего не прокачано. От слова «вообще», ребят. Представляешь? Так что пишите в комментариях, вы согласны, если мы будем Донателло Видение прокачивать. У нас есть Леонардо Видение. В общем, ребята, либо Донателло Видение, либо Леонардо Видение. Вот, кто-то из Видения должен у нас прокачиваться. Вы пишите мне об этом в комментариях обязательно. И того мы начнем прокачивать. Именно по скиллам, ребята. По уровню мы будем прокачивать этого
Крысиного короля. Так, ну что, ребятушки, все. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!